кто их знает? Может, за что самолет? Все нормально. Да, это хорошо, набираем высоту. Фак, я тебе ответил положительно. Угу. Короче, прям у самой земли и просто быстро бежим. Вот туда, куда я написал. Да-да-да. Ну только метров 150, чтобы не разбиться, пожалуйста. Окей. Где мы там найдем пушку? Одну на всех. Да. Примерно юго-восток, ребят. Теперь вы карту можете открыть, поставить точку. Нет. И... Я уже открыл, поставил точку. Все, у меня 1400 метров. У меня 1200 метров. Все, понял. А скорость какая у тебя? 58. 59. У меня 66 скорости, и 1350. Выходит, ты тяжелее нас, что ли, как это получается? Ну, блять, ну давай не будем это на стриме обсуждать, хорошо? Ну, вообще факт. Ну, факт, в скайпике, в приватике можно. Да, да. Ой-ой-ой, 63. У меня тоже 63. Давай, разгоняемся, обгоняем факера нахер. 62. 63. 68, ребят. Ой, я из стороны 68. В сторону, так маленько дергаешь парашютик, и 67 уже. 67, да. Или, да, ты не дергаешь, я да, мой парашют? Я не дергал, 66. Возможно, ты передо мной летишь. Ну вообще, я вижу троих, кто летит, и это мы, наверное. 61, 59. Хотя за нами еще кто-то сзади, блин, походу... Не, очень много людей. А походу Андрей просто на стрим поставил, ну, метку обозначил. Обозначил, ребят. Не, понятное дело, но там все равно видно, куда летит, примерно. Очень много людей, но они далеко, на самом деле, я вам так скажу. Я вам еще так, знаете, что скажу? В лес бы не приземлиться, потому что мы там умрем. Не, мы по скиллу все сделаем. Слушайте, потому что я какую-то тачку на самом деле еще найти. Давайте я смотрю. Мне почему-то кажется, я вижу, вижу машину. А где перед вышкой, тачку вижу. Красную. Давайте перед вышкой где-то сможете, которая вот чуть слева от нас. А, вижу тачку. Блин, боюсь, ее кто-то может взять, там вот какой-то парень летит ниже меня. Да, это точно не. Вот все нашел. Развернулся и лечу. Ну давайте, если ее не берем, просто где-то рядом побежим. Давайте, давайте. Ну да, наверное, возьмут ее, сука, крысы. Ну, может на вышку побежать. Надеемся. Ну, а если он не возьмет тачку, мы побежим на вышку. Тачку возьмет, походу, другой чувак, второй. Вот летит на нее, да, крысеныш? Да. Я вот тоже уже относительно высоко, относительно близко, точнее. Слушайте, а я что-то профессионал, походу, да? Ну, бля, чувак, ну съеби оттуда, блядь. Это я приземляюсь сейчас. Не-не-не, я тому, который бежит. Кто на тачку блядь, садится? Я аж так быстро, что... Блин, я почти его... Бля, факер сдох. Фак, что случилось? Да, просто сдох, все. Бля. Да не, играйте, вы же не вдвоем полмирабель. Ты упал или что там произошло? Да, я упал. Блин. Он меня задавить хочет, но он ЛС. Это ты тут? И вот он на машине, а я вокруг него. Это ты тоже вокруг него? Да. Можем вдвоем к нему в машину сесть. Хотя он разобьется, скорее всего, побежали. Сейчас ой, будет, еще кто-то сдох. Сейчас будет давить, вероятно, нас. Нет, это вообще изи доджится, смотри. Но он может угадать направление. Да, угадал. Да? Да. Я пошел туда на перестрелку, ребят, на вышку. Так, план не удался. Боже, какие вы ЛС, ребят. Сори, я тоже. Фак умер, больше. СВЧ-шным стал. Так, ну сейчас я, блядь, кого-то расстреляю тут нахер. Найду ствол на вышке, я знаю то, что тут перестрелка какая-то. Ничего страшного, все в порядке. I'm okay. Так, ага, эмочка.
Ага, эмочка. Пистолетик с глушителем. Возьмем. Блин, да кто-то стрелял, но походу как-то плохо очень стреляют здесь. Я почему-то жив до сих пор. Так, это ладно, патроны, это хрен с ним, все. Так, а здесь что-то есть? Блин, еще и прицелы здесь, охренеть. Ребята, если бы не сдохли. Ох, сейчас бы я накидал бы всем. Ух, бы накидал. Так, выстрелы вот оттуда идут. Ага, ага. Так, ага. Здесь что-то никого. Откуда шмаляли-то? Вышка вроде была залутана, но у меня была эмка почему-то. Я ее создал на вышке. Вы тут вообще, народ? Ага. Там сервера есть какие? Угу. Вроде, только у меня вообще список. Блин, а мне надо хоть кого-то убить. Иначе это просто... просто плохо. Блин, может кто-то там садится хотя бы. О, надо, наверное, на круг бежать, да, ребят? Если хочется сдохнуть, надо бежать на круг. Побежали. Блин, почему кто-то вот залутал вышку и сразу с нее убежал? В чем прикол? Хочет жить. Так он же первый залутал. Почему бы и не знаю. Уже 9 человек сдохло, какие-то ЛС на сервере. Вот как назло, вообще никого нету. Не, потому что мы долго летели на самом деле. В этом проблема. Ну, а там высаживали всех на юге от яйца, так что они где-то на яйца, наверное, бахать, значит. Блин, а мне до этого яйца пилить и пилить еще. Короче, я сейчас ливну просто. А, вон там какой-то чел на квадрике. Может, его хоть убить. Развернулся, поехал в другую сторону. Чувак, ну давай, проезжай. Раздави меня там, например. Я не против. Говоря. Опа. Так, ну колесо ему вроде подбил, но он все равно едет. Давай еще на меня ящик скинь, да? Чтоб не совсем было грустно ливать. Я хотя бы не скинул. Че там, какой-то хардкорный есть сервер? Сейчас скажу. Я просто что-то бегаю, тусуюсь. О, какой-то чел назад едет. Если я назову, набьются, но пока вроде нет. Не, меня только раздавили чела, я походу не убил его. Так, ладно. Я, короче, готов. Пока нету хардкор. Ладно, можно и не хардкор, в принципе. Такие есть? А вообще ничего, у меня ничего нету, никаких серверов. Блин, UK5 хардкор, но это, видимо, не рабочий. Там тоже игра один человек. Игра один человек? Это не может быть, да, рабочий. Это не может быть, правда, да.
Один человек не может играть в эту игру. Давно он запустил? Не, ребят. Я запустил недавно совсем. Фак, это что ты кидаешь там? Фак. А фака тут нет, походу. Он что-то скинул и все. Нормально. Ребенок какой-то Хитмана опять стримит. Пиздец. Ребенок Хитмана. Лысый ребенок, что ли? Ребенок стримит Хитмана. Выключайте. Все, хорошо, не буду. Меня что-то не прокружается. Троллить всех. Троллить. Я поставлю музычку, а сам сейчас пойду. Ну, по одному делу. Понятно. Мама Ткозин 2003. Подозреваю, что это его год рождения, собственно говоря. Возможно. Возможно, это даже год зачатия. Пока мамки дома нет. Пойду покурю. Стримить будет до тех пор, пока мама не придет. Сишку курнуть отойду. Он так сказал? Мамка ушла, как и сестра. Я не знаю. Но у него есть микрофон даже какой-то такой серьезный. Угу. И наушники неплохие. Но мышка говно. И кубика нет. Это явно мамин комп. Да, детка, хорош. И его смотрят сейчас. Папин бродяга, блядь. Так. Где игры? И почему мы, блядь, такие лоу-скиллы, ребят? Объясните. Ну как можно, блядь, это мы разыгрываем. Два раза подряд сдохнуть. Дикий 5 хардкор есть, но типа не уверен, что там можно. Да нет, там. Кстати, забавно, что туда 13 человек залетело. Сразу как я назвал. Да, кекс, ты видишь, что никак. Стрим моей мечты. Так как я, блядь, мог бы и не фидить, раз нет сервера. Сервера. Так а мы тебя не просили фидить? Какие-то странные серваки. Мне вот вообще-то довольно-таки было как-то некомфортно, что ли. Почему? Не, я думал, что мы все умираем. Бросился под машину ради факера. Я бросился под машину ради вас. Все. Команда. Больше давайте не умираем. Все, хорошо. Пожалуйста. Пожалуйста. Представил боевые действия. Все потому, что капитан подходит. Все, давайте больше не умираем. Да, капитан, хорошо. Только потому, что вы попросили. Да потому что мы делали это не сексуально, как планировали. Да, совсем. Я не понимаю, когда UK5 перезагрузится, что с ним не так? Я не знаю. Давайте попробуем зайти на UK5, может он рабочий. Зачем? Там играем еще. Нет, там, короче, давайте попробуем, потому что он, скорее всего, должен был перезагрузиться уже столько времени. Ну давай, Кекс, ну давай. Все равно других нет, серваков. Ну давай, жму окей. Жирный Тони. В игре сейчас находится. Так, вроде пока все нормально. Waiting 14 more players to start. Ну они уже все в процессе захода. Факт успел? Да. Факер, ты всегда успеваешь первый. Еще забавно, что мьюты остаются с прошлых серваков, так что можно всех мьютить, а потом. Так, кто там? Героям слава. Героям слава. Че вы смеетесь? У меня добавляют друзья челсником Дикей Суши. Смешного. Да. Это как мучают только суши. Да у вас, блядь, никакого чувства юмора нет. Тупицы, блядь. Героем сала. Как чё?
А что, рофлы там идут, а я всех подключал. Что-то, ну что-то мне смешно было. Блин, это лучше, чем весь КВН, который я посмотрел сегодня. Да, нормально. А ты смотрел КВН? Да, на КВН вообще такое ни о чем. Вот этот последний, да, типа, третья четверть финала? Да, я... Ну, что-то тоже ни разу не в голос. Я не первые две мне понравилось. Ну, мне первых две музыкальные номера вытащили, где там, типа, вот мне понравился, где-то чувак пел. Союз? Нет, не Союз. Короче, я не вспомню. В общем, вообще в этом году слабый состав там, но нет, там пара ну да, как-то поуходили все очень. Мне эти шутка понравилась про то, что когда они в «Что, где, когда» играли, там, типа, это, продолжите там с этот... Да-да-да-да-да. Будет фейерверк, это просто... Это круто. Не, мне понравились, мне нравятся «Союзы» и «Плохая компания», нормально. Ну ребят. Да, в этом году кто-то из них так, выиграет. Так, народ, что делает? Короче, это хардкор, летим вниз. Давайте, да. А мы между школой и яйцом, сразу говорю, как опытный парашютист. Парашютист и очень опытный. А, походу вижу машину. Тоже вижу я походу тоже вижу точилу. Но я далеко от нее, блин. Ну ладно, вот открою сейчас, надеюсь, я смогу долететь до нее. Я тоже. Да, надеюсь. Это определенно красный грузовичок. Да, я тоже лечу на него. Вот я тоже лечу. У кого-то на есть поудобнее позиции, кто-то успеет раньше меня, очевидно. Это ты, надеюсь, Кекс? Первый не на знаю. Машину. Не я, знаю. Я, это я. У дороги сейчас уже. Фак, не разбейся, помедленнее, блядь. Ага. Фак, и ты садишься? Да, да, да. Красавчик. Я тогда, вот смотри, сейчас тоже буду прилетать около нее. Только я с горы съезжаю тупо, блядь. В смысле? Вон уже кто-то сел на тачку. Но это не я. Блядь. Ребят, нравится моя новая тачка? Это твоя, Кекс? Да, где вы? Я сажусь. Это ты справа от меня, да? Вероятно, да, не знаю. Я около камушков на горке. Кто бежит сажусь. Ко мне? Бежит ко мне, я ты? Я не бегу, я нет. Я бегу. Все, залазь. Фак. Так, я тоже подбегаю. Сейчас слева буду. Сейчас к нам какой-то тип присядет. Так, я, вот он, я подхожу. Тормозите. Торможу. Никто больше не садится? Садись, Китайоза. Все, езжай, быстрее, там обстреливай. Гони! Во, вот это уже грамотное начало. Да, ребят, первый на машине. О, первый, ты у меня первый. 16:37, кстати. Что там мутит этот чел? Нам главное доехать теперь. А почему вот чувак... Воу-воу-воу-воу-воу. Почему, который в середине сидит, типа, так нагибается еще, Андрей? Почему? Ну, потому что ты жирный очень. Не, это потому что тебя взяли на это. Хорошо. Как их называют? А что ты думал? Ты будешь очмырить релакс, у меня чмырить. А я тебе не отвечу ничем, да? Хорошо. Да? Ты так думал? Мне кажется... Конечно, я так думал! Мне кажется, мы, Андрей, с тобой вдвоем весим как 4 факера, мне кажется. Примерно. 4 факера. Или 3. Уху! Кекс, ты такой водила, честное слово. Ну, во-первых, быстро, во-вторых, я пока ничего не повредил, поэтому претензий не должно быть. Хорошо. Каждая выигранная секунда на пути к аэропорту под жизни может стоить. Может стоить жизни, а может не стоить жизни. Примерно. Вот здесь помедленнее, пожалуйста. А там можно с горы газу дать? Можно, да. С горы вот газу надо всегда давать. Если видишь, вот едешь, короче, там. Ты ничего не видишь, что дальше? Вот газу давай смело, чтобы это... Хорошо, я так сделаю. Да, давай. Вот сейчас, подожди, вот газу дай. Сейчас еще по дороге проедешь, там вот съезжай направо и газу дай. Не, тут налево надо. Так вот здесь можешь уже газку поддать. А я... О, КамАЗ. Прикольно, можно на нем газу дать. На нем слабо получится. Мне казалось, это то, что ты хочешь. Ага, вот тут побыстрее сейчас, ага. Тут я могу, это я трассу как свои 5. Да, давай, газу здесь, да? Вот здесь, и чуть правее, в стенку. Андрей, я слишком опытный водила, ты меня не разведешь. Как сразу там? Говорю, лутаем очень быстро. И куда идем потом? И обороняемся, потому что 13 человек со стрима заходят на это. На. А вот здесь я газу даю, вот тут надо. Я казарму. Еха! Казарму, которая рядом с... Давайте, я диспетчерская. Диспетчерская мой дом, я там всегда. Я ближнюю казарму. Да что за shift нажимается, друзья открываются в стиме, что за говно? Да, это бывает, это потому что ты альтабался. Ну и что альтабался?
Бывает. Так, у меня пушка есть уже, нормальная. У меня тоже есть нормальная пушка. В штанах? Нет, кекс не в штанах. А. В руках. О, дальномер. Так, у меня есть прицел. А у меня есть сумка. Еще один прицел. О, еще одна М-ка. Это мне больше нравится, Лёдина. Ребят, очень быстро. Так, глушитель 9 миллиметров. Это куда этот глушитель надевается вообще? Пистолет. Понял. Очень быстро, кекс? Да, я уже спускаюсь почти. Спускаешь уже? Да. Ну надо двигать в следующее, потому что тут уже ничего нету. У меня есть 3 подрывных заряда, ребят, как вам? Кекс, очень здорово. Я, пожалуй, почищу за собой. Сейчас. Чё за пушка у тебя? Так охуительно, у меня в казарме вообще ни одного автомата. Не, я диспетчерскую взорву. О, у меня тоже, кстати, появились эти. Так, ребят, что, едем дальше? Быстрее. У меня сейчас, пистолет, сейчас я не могу найти. У меня нету автомата. Куда, значит, в надо в поле ехать дальше. Вот, тут есть, кстати говоря, это. Как ее, Катиба. Готов присесть, присел. Катибу, ну, надо факеру взять ее, значит. Или, ну, сейчас или дредычу. Или дредычу. Ну бери быстрее, давайте, быстрее. Зайду сейчас в казарму, Андрей. Все, я вышел. Я вышел, Катибу забрал, кстати говоря. Садись, фак, ну. Все оружие забрал, все понял. Да, в принципе, все. Три, сел в машину? Нет. Давай сел. На место пассажира. Все, сел. Не, не сел. А вот теперь сел, не, не сел. Вот сел, сел, сел. Пацаны, скайп не работает. Прикольно, чувак. Так, на самом деле не очень прикольно. Мне нужен прицел, кекс. А вот он, звонок. Этого надо, это, Андрею. Алло, да, я здесь. Все, Андрей, что? Давай. Что, Андрей? Что? Что? Сразу прицел, Андрей опять. Нужно. Слушай, ящик лежит, слышишь? Тормози нахуй. Да, это не успокойся. Обычный. Ну ладно. Так, давайте тут пешком пройдемся до этой казармы, потому вышел. Что тут может. За мной, за мной, за мной. А где ты? Я сзади машины. А ты куда? Сзади машины. Сзади машины, понял, сзади машины. Ходу, ходу, ходу. Году. Воду, воду, воду. Так, задние двери закрыты. Передние двери тут закрыты. Передняя дверь, я задняя дверь. Все, давай, я с факером левую, потому что. Нет, ладно, я право. Все закрыто, давайте. Ну, тоже право. Ну, у нас, типа, с тобой лут есть, Андрей, нам чуть-чуть же добрать надо. Ну, давай доберем чуть-чуть. Прицел у меня топовый есть. Что это здесь лежит? РКО? Да. Галил? Галил? Нет, хрень полная. Не советуйте. Понял. Бля, ебучий здар. А получше нету пушки? О, вот это мне нравится. Он как... Факер, какой это самое это. Все ему хуёво, все не так. Да, релакс не очень. Да, и вот релакс, я вообще... Я не хочу с тобой факт больше говорить, блядь, не спрашивай меня ничего. Просто возьмем, перестанем общаться теперь из-за тебя. Дело не во мне, дело в тебе. О, еще Катиба одна. Патрончики, идите сюда. Блин, почему только одна пачка патронов? Что за говно? Нашел что здесь интересное? Нет, все, выходим. Перевязочный пакет, выходим. Выходим, к машине, к факеру сначала. К факеру идем. Надо быстро, сейчас какой-то чешок по-любому просто взял ствол и к нам бежит. Вот, стреляет, стреляет меня. Откуда? С вышки стреляют. Мансую, мансую, как лев, за вышку забежать. Все, спрятался. Короче, сверху по мне стреляют. Понял, да. Так, меня это попали. А-а-а! Спрячься, спрячься, спрячься. Лечить. Ко мне, сейчас я его бахну. Давай. Не видел его. Где-то он близко, по-моему, да, вообще был? Да, хрен его знает. Может, это факт? У меня есть 3 перевязочных. Отлично, мне один нужен был. А тут война, фак. Андрей, не... давай, вот, держим, короче, где-то он... Слушай, тут так много всего, на самом деле, еще в этих бараках справа. Мне прицел нужен. Откуда?
Он, ну там, я вижу его на камнях, он прям на камень, прям перед вышкой, который первый ряд камней, он на них сидит. Прям напротив меня, грубо говоря. А ну его нахер, не хочу стреляться так. Я пошел искать, лутать пошел, короче. Ну нам надо вместе. Вместе? Ёб твою мать, они там же шмаляют. Опять попали в жопу. Твою мать. Короче, мне тут подхилиться бы не помешало, на самом деле. У меня есть бинты. Может пробежите тогда до меня? А где вы? По мне стреляют, Андрей, я не знаю. Фак, я с торца казармы стою. Тут чувак стреляет по нам. Не, я понял, что по вам стреляют. Хорошо, что ты понял. Да, это уже нормально. Надо убираться отсюда, Фак. Давай к торцу казармы, быстро. Ты в маленьких домиках, да? Да. Блин, и как нам, Фак, бежать? Короче, надо похили с внешней тебя? Стороны обходить. Не-не, похилился. Побежали за мной. Быстро, 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 быстро! Беги, 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 беги! Там, походу, не один чувак. Он сначала с одной пушки стрелял, потом с второй. Ебать! Фак, не умирай. Облизывай, облизывай стенку. Хорош. Андрей, можешь к стекляшкам выйти? Давай, садись, Фак. Ну, подожди, я похилился. А? Каким стекляшкам? Ну вот дальше, если пройти в ту сторону, в которую ты убежал. Какую сторону? А, к стекляшкам? Ну, наверное, могу. Только я не стеклянным знаю, куда стань. Я на машине подъеду сейчас. Все, да? Сел, как жду тебя. Так, ну я пошел к стекляшкам. Давай, сейчас подъедем. Надо сваливать отсюда, короче, по идее. Блин, я что-то сенса здоровая включилась. Андрей, ты на дороге вышел уже на дорогу? Ой, я нашел бинты. Я типа как бы на дороге, но типа как бы и нет на самом деле. Это ты сигналишь? Да-да-да, я слышу, сейчас, секунду, я перевяжусь. Лечить ладно, себя. Я тогда стекляшку быстро чекну. Ладно, короче, все, я сейчас залетаю. Может быть, не надо чекать ничего быстро. Блин, давай, ладно, все, побежали. Так, я на дорогу выбегаю. А где ты есть? Ты к стекляшке отъехал? Мы у стеклянного здания прям стоим. А, понял, там какой-то чел был у стекляшки. Это вот вы? Это мы вдвоем, да. Ты где? Понял, давай посмотрим. Я здесь. Подожди, нашел прицел тут очень хороший. Может, не надо чекать стекляшку, горит, блин. Да я уже все оббежал. Все, я здесь, ребят, я здесь. Так, бахают. Блять, опять попали? Вы закипали просто. Ну-ка, прям как-то близко уже слышится он. Я бы сел просто и уехал. Давайте так и сделаем. Мы тебя ждем. Есть эти самые хилочки? У меня одна еще вроде есть. Блять, у меня уже ноль. Фак, скинь хотя бы одну-две. Давайте садитесь. Откуда он стрелял? Прям сзади, да? Откуда? Не сзади, ну вот с этой херни, откуда я вышел. Блять, ну не двигайся ты. Давай. То есть он прям близко, что ли, где-то? Ты хилишь меня, потому что ты мне дал ее. Ну где-то близко, судя по всему. На скалах, скорее всего. У меня прицел есть еще. Так давай поехали. Садитесь. Поехали. Все сели? Да-да. Да, я сел. Гоним, гоним, гоним. Короче, у меня хилочек вообще ноль. Меня попадут разок, мне будет плохо очень. Ну тебя вылечил, Фак? Вылечил. Ну все, нормально, значит. Ну мне бы одну хилочку еще, я бы чувствовал себя уверенно уже. Отдам, отдам. Так спасибо, Фак. Ну мы, я так понимаю, недовольны лутом, нам еще надо. Не знаю, лично я уже охренительно доволен лутом. У меня очень мало обоим, у меня всего одна. Ну, у меня а что за пушки у вас? Две. У меня МК. МК тоже МК. У меня станагов штук 5 есть, по-моему. Да? Да. А вот пушка у тебя Катипа, да? Катипа, да. Оп, нам палят. Да забей, никогда не убьют. Мы уже пробовали стрелять. Может наоборот, кстати, на горе. У тебя же прицел, Андрей, да, нормально сейчас? У меня, по-моему, попали. Да не, не может быть таком. Красненький. Ты по центру тем более сидишь. А, ну может быть. Короче, это, можно выйти даже тут потусить где-то, подождать их. Давай, нет? Я с прицелом их разъебу сейчас просто. Давай, что у тебя за прицел? 8. И станагов. Станагов, дай тоже. Так. Полечите меня пока, пожалуйста. Сейчас я выложу. Заглушу точилу. Так, вот вам. Раз, станаги. Я лечу тебя. Или ты его лечишь, два, Фак? Два, три, четыре станага. Блин, а я не могу лечите. Перестать лечить его. Давай, Фак, по два станага берем. Так, вылечили? Да. Хилочку выкинули? Нет, у меня больше нет. Фак, у тебя есть? Сейчас выкину. Ребят, надо сейчас на гору эту занять позицию. Они же за нами пойдут по-любому. Сейчас они, блядь, побегут. Фак. Вот, да, выложил, давай. Выложил. Все, идем, смотрим. На сколько там они будут? На 300? Ну, я не знаю, эти лесики должны быть где-то на 0, да, вот. С горы спускаться. Может, левее, как бы.
То есть они побежали, например, сближаться. Но я тут на горе, на склоне на нашем сижу, если что. Нашим фирменным? Да, не убейте меня. Я вижу, ты сзади. Ты сзади меня, да? Уже я в кустике спрятался здесь. Блин, дождь, конечно, нафиг он нужен. Тоже в кусте. Ну их нету. Не вижу, по крайней мере. Ну я со своим так точно не вижу. Ну там либо пара человек, либо один человек с разнообразием каких-то стволов. Потому что с одного пострелял, он со второго пострелял. Блин, знает, где он. Вон он бегает. Где? Или нет, не он, короче, там, где ты выбежал к стекляшке, вон он только что пробежал. Вон, на вышке, видите? На какой вышке, блядь? Стреляю по ней. На. Убил. Да ну. Или что это, или он упал? Короче, сколько? на 345. Угу. 345 вышка. А, в той зоне, из которой ты выбегал, Андрей. Вот это двухэтажная, но толстая такая. А, вон, вон, он бегает, видите? Да. Прямо вот где дорога входит в эту зону, да, на ней. Дистанцию посмотрим, 450 метров, ага. Ой, я, кстати, примерно так и стрелял. Но я попал по нему, он прям дернулся. Я думал, он упал, умер, но он не упал. Чё-то нихуя не вижу. Он выбежал с нее. Вот где дорога заходит в зону, и вот самая ближняя вышка слева, вот он на ней был. Я понял, но я просто до нее, ну, вообще ее в принципе не вижу, у меня плохой прицел. Коллиматорный. Коллиматор, да, это трэш. Ну, короче, походу у него патроны кончились, и он собирает, бегает там. Сейчас он, блядь, меня соберет, я только найду его. Пострелял, значит, по нам, да? Все бинты, блин, израсходны. Блин, можешь еще в ближнюю казарму сбегать? Ее, походу, никто не лутал, она закрыта. Которая вон левее от нас. Не знаю, я хочу убить этого товарища. А, но это вот, не факт, что... вот он, вижу. Где он? В дальней казарме, короче. Ага, понял. В маленькой. Самолет. Наблюдаем. Кто, ты стреляешь? Да, я и он меня. Он тоже с дальномером, он видит. Блять, хорошо вам вообще. Ребят, тут такое дело. Ты умер? Нет. Ты вылетел? Нет. А что? Вон он вылез из этой херни. Ребят, в машину срочно. А что такое? Круг? Ящик, да. Идем. Только проблема в том, что он в горячей точке, но мы все равно идем, правильно? Мы конечно. Же. Конечно. Горячие головы. Вон, видите, куда я смотрю? Ну давайте лучше садитесь, я довезу быстрее. Я сел в машину. Подожди, не стартуй. Давай быстрее, да? Жду. Все, сел. Горячие головы — это про нас. Особенно, когда я на машине взрываюсь, вообще головы прям очень горячие. Поджары. Так, я только не вижу, куда. Он на этом, на аэропорту, что ли? Угу. Я просто не хочу, Андрей, инфу давать раньше времени. Как увидят на стриме, так пусть увидят. Видал, как мансую между всем? Отлично мансуешь. Мы можем еще бинтов набрать, кстати, попользуясь случаем, из машин. И заминировать. Согласен. Вон, видите? Нет. А, да. Ну как, впереди дымит прям. Так, чё, кто прикрывать будет, ребят? Машина. Где? Прикрывать, прикрывать будет. Грамотно? Не очень. Очень. Спасибо, ребят. А то, что ящик пустой, грамотно? Нормально. О, хилочка. Чё, реально ничего нету? Перевязочный пакет есть. Почему это ничего? Ладно. Глушитель есть. О, вот, появляется, реально. Это я выкинул его. А, это ты выкинул? Да, я его подобрал. Я уж обрадовался. Ну все, походу, это замануха. Может подождем здесь? Круг появился. Стоп, круг. Блин, не, это я сколько раз ждал, ни разу ничего не появлялось. Я не знаю, это миф. Ну давай, я сел, поехали, нам до круга недалеко. Ну прям да. Не будем тачку менять, пытаться бинты найти? Вообще можно. Так, давайте тогда, где-то я здесь спортивку видел. Вон, давайте в той посмотрим. А, вот, с грузовичка начнем. За 5 минут успеем, если на тачке успеем, поедем. Успеем. Я по привычке GPS выключаю. Так, сейчас я гляну, скажу, есть тут, нет, хилки.
Нету. Чё думаешь, я вру? Нет, чуваки, кстати, одна линза есть, а другой нет. А это в машине такой эффект. Давай за нами тогда. Поехали. Вон еще одна тачка. Две тачки. Давай ты вот, которая слева на полосе, мы вот той, которая подальше. Окей. Хорошая тачка. Можно, кстати, на ней поехать. Я на ней сейчас пересяду на нее. О, 6 штук. У меня тоже 6. Все, хорош. Так, я беру 3. Я беру 6. Я беру факт 6, короче, потом тебе передам. Почему у меня садись. Водит, а не бегает этот херосос? Ты нажал что-то, наверное. Че, Андрей, ты отдельно поедешь? Давай отдельно. Хорошо, такой хороший салон, мне нравится. Да, давай, Андрей, где ты там? Вон, я, за мной. Давай. Слушай, это у нас такой сейчас это самое. Да-да-да, кортеж, наркокартель, блин, едет. Факер, кстати, как раз выглядит подобающе. Да? Угу. Ты в какой-то беретке, опять в пиджаке каком-то там, что-то с цепочкой. Нормально. Вон, наверху машина едет, у вышки. Слева. Так, куда? Ну давай в эту сторону, что безопаснее. Нормально, это внедорожник все-таки. Я въебался в дерево, подожди, я к тебе сяду. Давай. Ты все бинты забрал? Да, сейчас я подхилюсь еще около тачки, секунду. Сейчас я подхилюсь и сяду. Да я не знаю, что оно там стояло вообще. Действительно, что за нас? Чертово дерево. Блядь, ничего, когда-нибудь ты признаешь, что я топовый водила. Так, все, сейчас вернусь. Все, поехали. Блин, ну как же так? Ящики пустой, блин, ну фейк, блин. Блин, ну если бы я не въебался на двух точилах, нормально бы, нормально погнали там все дела. Фейковый бы вперед пускали там. Да, с факером фейковую тачку. Но она поэтому и фейковая, потому что факер. Факер, фейкер. Фейковая тачка. Каламбуришь, Андрей, чё? Да я чё-то это, да, после вы КВН, сказали КВН, я вот решил тоже немного это. Соберём, может, команду свою выше? Официального юмора. Не, можно, в принципе, да. Только у нас шутки будут узкоспециализированы и вообще... Ну, на ТНТ в КВН пойдем. Хорошо. Будем ждать про попку факера. Я хочу во втором сезоне физрука. Сняться. Ну, это надо в это чемпиона высшей лиги факт стать. Тогда тебя снимут. Да. Ну, как снимут, пригласят сняться, точнее. Едем? Я думаю, прям к центру позицию занять. Центр позиции. Поехали, может там какие-то ящики будут еще. Или на вышку. Мы с Максом, кстати, в тот раз. Подожди, а тебя не было. Мы, короче, два раза круг появился, представляешь, на вышке. Ну, центр был вышка. И мы оба раза изи катку затащили просто, потому что. Ну просто мы сидели на вышке и бахали по 5 человек там буквально за 5 минут. Угу. Мы с Максимом вдвоем остались против одного человека, когда круг был очень большой. Мы его искали, бегали, а он еще со стрима, короче. Короче, вышка это чит, я вам очень прям... Так пойдем на вышку тогда? Да. Ну вышку захватить надо, у нас там один боец погиб, когда мы брали ее. Какой боец? Ну там, Ваня тоже там был. Ваня, блин, Ваня, жалко Ваню. Ну русский же, поэтому Ваня. Ну да. Ваня. Короче, вышка это чит, Андрей особенно хардкор сервер. Про Арину. Русский, значит, Ваня для него ничего не говорит. Про что знает? Да факер там с 14-летней девочкой знакомился на стриме, да. Ну, так, да, ну, я знакомился. Но вышка не в центре, ребят. Я, в принципе, не особо на нее хочу. О, машина. Чё вышка. Ну какая-то, не будем тут смотреть ее. Почему? Я бы сел. Не-не-не. Она, по-моему, разбита, и тут вряд ли целая стоит. Короче, вышка, она не в центре далеко. Вот. Центр это лагерь, Рогейн.
Я хотел куда... Ну, сейчас я привезу, вы поймете, куда я хочу. А там уже пешим ходом, может быть, решим. Что ты, кстати, Андрей, не хвалишь меня? Видишь, как вожу хорошо? А у меня сейчас залагало все, и ты не очень хорошо водишь. Это не мои проблемы. А, не, вроде нормально. Ну, а КамАЗик, который нам навстречу ехал, так тут и стоит. Так, ладно, я доверяю тебе, Кирс, ты нас приведешь к победе, давай. Все, приехали. Приехали, все. Короче, ребят, смотрим. Итак, наша экскурсия приходит к знаменитому каньону. Вы видите впереди стрельбище, Камина, бомжестройку. Слева будет лагерь Рогейн. В общем, короче, я предлагаю где-то в этих скалах усесться и тусить. Но почему лучше налево пробежать. Почему он мне бегает, слышишь? Иди сюда, покажи. Иди сюда, я посмотрю. WS нажми одновременно, один раз. О! Пойдем за мной. Я предлагаю все-таки сначала там сесть. Ну давай. Только сам понимаешь, что ты на стриме, поэтому сейчас ты сядешь, и мы от тебя с Вакером уйдем и будем палить все места. Не убьете меня нахуй. Ну, это тоже вариант. Короче, тут вот камни вообще найс. То есть можно тут сесть, можно ниже, там камни тоже есть. Дорогу, то есть лагерь. Лагерь это центр сейчас. Вон там машина стоит. Так, дай-ка я позумлю-ка отсюда. Вы это... Все, давайте, я уже, короче, лег. Если у вас хороший прицел, может, вы дадите мне дальномер или что-то такое? У меня нету дальномера, но у меня есть прицел хороший. У меня есть дальномер и хороший прицел. Ну дай что-то, Андрей. Сейчас дам. GPS, Андрей, выключи на стриме, если у тебя включен. Фак, дайте GPS дам. Давай. Кто ебанул тут бомбочку? Это я. А? Так, ладно, фак. О, вон, вон что-то горит. Кто-то взорвался, какой-то ЛС-водитель. Держи на... дальномер. На 100, 118 огонек. На кто-то взорвался. 118 огонек. Вижу огонек. Огонь? Ладно, прикалываю все. Что такое, шутничок. Что такое, блин? В общем, под нами дорог, по дороге может кто-то ехать. Но скорее всего кто-то. Именно со спины к нам будет заходить и со стороны лагеря Рогейн, который на 300. То есть наша главная цель на 300 смотреть. 300. Может пойдем отсюда? Давай. Ты заминировал? Я сам его подорвать могу. То есть она так не активируется. Понял, да, это очень... А какая-то... Тебе, кстати, полечить можно. Мина клеймор? Не, клеймор, она взрывается аккуратно, когда по ней ходишь. А какая-то подрывной заряд, да? Да, это который сам можешь взорвать. Можем пройти, вот вперед можем пройти. Map updated, но мы в круге. Центр, давай, кстати, прям на вышку прыгнул, слышишь? Ой, не на вышку, на дома. Пойдем на дома. Не-не-не, вы не туда идете, вообще не туда. Хотя можно в те камни пойти, в принципе. Давайте пойдемте реально в те. Пойдем, куда ты шел, Андрей. Да я бы сейчас мог съебануть обоих, кстати говоря. Вот ты хочешь именно в эти камни? Да-да-да, там в них тоже много интересного. Не то чтобы за что, просто так. Посмотри, как Факер бегает. Нормально. Как будто с бутылкой пива какой-то француз или вина скорее. Бежит в киоск, опаздывает. Классом, да. Тебя, кстати, тоже подлечить можно. Так, ну давайте, ребят, смотрим на гору на 180. Готовы? Мы вместе должны. Давай. Я смотрю. Хорош. Красота. Все, и вот смотрите, какое место. Проходите, у меня тут шалаш будет. Ни хрена себе, здесь кратер. Шалаш? Где шалаш? Вот, левее, Андрей, ты рано это. Ага, вот, видишь меня? Сырькое место просто. Вот как меня здесь найти? А вот я смотри, я под елкой. Не вижу вообще. Ну ты же только что шел в мою сторону. Ну да. Развернись. Фак, ты-то там что встал в полный рост? Вот. А на маяке-то вообще что-то бывает, ребят? Ну, не просто. По-моему, да. Вот, иди сюда, Андрей, смотри. Да, мне нравится. А ты тут уже где-то? Ты же не подошел. Вот. Вот, смотри, за елочкой. Оп. И сидим втроем. Четырюга, давай я тоже поднимусь сюда. Ать. Хорошо. И Факер с биноклем. Дальномер. Можно... Ты аккуратно только, чтобы тебя не сняли откуда-нибудь. Бинтов, да? Кстати, у нас предостаточно. Мне кажется, тут тупо вообще никого нету. Мы в центре, лол. Тут дорога, во-первых. Во-вторых, обратите внимание на 300, там лагерь Рогейн.
который... Ну, был центром, сейчас он не центр. Обратите внимание на 300. Сейчас, я обращу внимание на 300. Сейчас центр на 260 от нас, вообще недалеко. Около Рогейна машина есть одна. Да-да-да, она поедет, когда... Либо он пешком пойдет. Пешком, либо да. Он тут дальше тоже камни, можем ближе пойти, но уже нет смысла. Пойдем дальше к камню, к лагерю Рогейн. Ну, у нас центр переместился в нашу сторону, то есть сейчас центр вот на 260, там домик. Можно в домик, 260. Давай двигаться, могут заминировать. Движение это жизнь, движение это жизнь, Кекс. Ну, блин, может быть. Идем? Ты где? Я на том же месте, где мы остановились, ты сказал, давай, движение давай, это жизнь. Уходите, 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 ребята. А где вы? Куда вы? Сейчас буду минировать тут. Мы я не вижу, дороги куда вы делись. А зачем? Кекс. Дорогу заминировать? Чтобы идти дальше, да. Минировать. Ну просто и не обязательно выходить к дороге, чтобы идти дальше. Мы же через город. Короче, все, я ставлю. А вы куда побежали? Я ставлю клейморс, Кекс, сейчас сдохнешь нахер. Да я вижу вас, я не пойму, куда вы бежите. Ладно, фак, уходи отсюда. Беги. Вы бегаете по дороге, как ЛСы полные вообще. Ну да, мы такие есть. Мы по этим. Да ладно, каких ЛСы? Тут никого нету сейчас, пока еще круг здоровый, реально никого не найти. В смысле, две машины стоят, одна на вышке, КамАЗ, который вначале ехал, вторая на Рогении. Ну, я пускай они нас увидят, пускай постреляют и спалятся, это нормальная тема. Я уверен, там что человека 4 в сумме можно набрать сейчас. Сейчас наберем, нафрагаем. Ну вот можно тут в кустах потусить, посмотреть тоже лагерь. Так, это хардкорч, да? Угу. Ну, птички поют. Прикольно. Ну, в лагере там Рогейн никого нету. Да есть там кто-то, вон, 100%. Не знаю, он на тачке не собирается уезжать, по-моему. А, он в центре, ему пока никуда не надо уезжать. Вон домики еще эти. Домики, которые на 235, это центр в данный момент. Так еще пойдем, там нормальный вид открывается. Ну да. Ну пойдем к домикам. Ну пошли, ладно. Ну все, идем. Только на мину не ступи мою. Она далеко слева отсюда, так что. Да. Это ты грамотно подметил. Так, ну, идем, гуляем, гуляем, ходим. Надеюсь, домики не заминировали. Вообще это возможно. Хотя мы можем сами их заминировать тоже, если что. Кстати, вокруг домов там заминировать, а? А, нормально, нормально. Они начнут нас осаждать, а мы там бам-бам. Но, к сожалению, центр переместится, скорее всего. Ну, по этому поводу мы сможем только горевать. О, уже нам переместился. Вот причем еще левее за домики. Ну все, нам, значит, к домикам точно идти. На склоне около домиков, короче, потусуемся. Пати? Пати на склоне у домиков? Единственное, стрим-снайпером легко по этим домикам найти нас будет, так что надо будет тоже там побегать. Так, а мы это самое, бля, двигаемся. Короче, я в куст сел, надо АФК срочно. Давай подождем, Андрей, тут. Давай не будем, может быть. Ну, он нас не найдет никогда потом. Найдет, найдет. Это же факер, он всегда находит. Ну ладно, давай. Он или найдет нас, или умрет. Я понял твой план. А умереть он будет, может, в любом случае, даже если будет. Хочешь, я тогда, может, заминирую это? Факера? Ага. Можно, в принципе. Он придет, скажет, я и тут. А его такие, хоп, взорвал тут, и мы такие, ай, фак, как жаль. Да. О, летит. Самолетик. Где-где-где? Ага. Что-то у нас сегодня не радует опять. О, а нет, это листик был. Не, он не выкинул ничего. Ну, нормальный склон, да, вот тут сидим? Так, домики, да? Ну, в принципе. Нет, ты вот сядь, где сейчас, вот ты сейчас находишься. Ну, или там, вот, короче, я рядом. Это хорошо, Кекс. Просто я хочу знать, где ты находишься. Только я тебя не вижу. Я... Это хорошо. Вот я слева от тебя в кусте. Вижу. Все. Так, кто-то бахнул. На 200. Да-да-да, согласен. Перестрелка там какая-то. Можно пойти подспортить. Да, я чуть ближе двигаю. Самолет обратно летит.
сейчас... не говори, что ты сейчас человек. Факера просто расхуярит. Ага, все, я сдох. Меня ваншотнули. Там у чувака это снайперская винтовка, короче, жесткая какая-то. Ну, понятно тогда. По звуку было слышно? Угу. Я сначала подумал, что дигл, что ли, там звук, как у дигла в мели. Вот. Но потом понял, что он издалека вообще бахает. Шлепнул, бах. Сейчас я попробую его убить. Давай. А ты сильно вперед пробежал еще? А, я вижу, да где ты нет, бежишь. Я там на углу был. Ну, типа, конечно, обзор у меня большой, но, типа, я не знаю. Мне, я что-то, вижу твой труп. Что-то в последнее время не кайф лежать, вот сидеть, по крайней мере, сегодня, сейчас вот это вот, по лесам, там, ковырять. Ну, так надо было сюда. Идти на яйцо тогда сразу, что ты не сказал. Так нет, ну, на яйцо-то мы без оружия были бы. Вон, я вижу его. Далеко? Да. Да. Фак останется один. Вполне вас возможно. Бахнули уже, да? Не, меня не. Бахнули. А где вы? Причем ты в такой позе, конечно, Андрей, был. Тебя грех не бахнуть было там. Надо было все-таки заминировать, факер пишет. Ну, вообще даст, можно было бы. Я мимо домиков пробегаю, вот тут пальба какая-то, блядь. Да-да-да, я стреляю, а там труп Андрея лежит. Это не я. Так, ладно, 3 минут на рекламную паузу, пока, дамы и господа. Блин, Сэмки, конечно, без расстояния, хрен его это. У меня прицел забери, нормальный. Так у меня тоже нормальный, у меня РЦО, фак, это я. Да, я. Вот Андрея бахнули со снайперской винтовки, короче. И там чувак убегает к вышке. А, это не он, это второй чувак был. Стреляет по нам, фак. Ложись. Лёг? Да, я лёг и побежал обратно в этот, в дом. А я пополз. Там спокойнее. Слушай, да, это там другой человек был уже. Бля, очень сильно надо позвонить. По тебе стреляют или по мне? Не, по мне не стреляют, я в доме засел. Блин, мне бы дальномер, фак. Ну, зайди, я тебе... Я его нашел. На 190 за камнем сидит. ЛС, блин. Ёшки-матрёшки, это как произошло? Сдох? Нет, я нажал лечь, и у меня он лег на камень, короче. И я, короче, как будто стоял на камне. Но лежал в этот, в этот момент. Ну ты понял. Да-да. Блин, у меня еще патрон не так много, мне бы Андрея карабин забрать. Центр примерно тут же. Блин, ну надо Андрея обуть. Забрать пушку. Чувак все сидит по кому-то стреляет. Слушай, фак, я, наверное, побегу его убью. Да, давай, мне сейчас все равно надо кое-что решить. Блин, он увидел, что я бегу. Хорошо, я бегу обратно. Он по кому-то другому просто стрелял. Вообще, мне надо, наверное, не говорить о своих планах на стриме. Блин, сейчас бы какой-нибудь квадроцикл. О! Странно. Я убил человека, но он убил меня после этого. Лол. Я готов. Че, может, дотку тогда, если это? Нет настроения посидюшки устраивать. А где тебя бахнули? Вот где мы с тобой встретились, чуть ниже. Но я убил чувака того. Я его убил, он упал, и потом я умер от него же, как бы. А я просто бегу, по мне не могут попасть. Лол. Да, там. Василий.
Ну, 5 же выживших осталось, может спотеть? Давай-давай, овних. А хотя в принципе. Так, я, короче, мне надо минут 10-15 АФК. Давай. Потом я буду. Андрей, давай, заходи за овнем быстро, весь серию. Андрей, ты где-то? Пацаны. Алло, Андрей, чё, гоним? Штрекаете там или чего? Не-не-не, всё, фак отойти на 10-15 минут, он сказал, надо. Мы можем еще одну быстро скатать. Или если тебе неохота, можем вообще в доту пойти. Пойдем лучше в доту. Ну, я просто почему скатать предложить хочу, потому так. Что факер отошел на 15 минут. Факер отошел. Ну, мы как раз давай на яйцо всех бахнем. Хорошо, давай на яички там туда подеремся. Друг с другом. Так, UK5 регуляр, поехали. Опа, я уже там. А красава. Да, yeah. А, так тут никого нет, чё-то. Там, короче, у пацанов реальные стволы были, их там вообще дофига было. Там уже со спины к нам заходили, я одного убил. О. Ну, сам понимаешь, ну не сняли бы меня на самом деле. Ну, надо ж, вот надо ползать без на склонах таких, прям всегда. Да там на самом деле вообще не надо быть на, ствол, на склонах, по факту. Ну, и это тоже, да. Ну там только если у тебя ствол крутой и кто-то подходы смотрит, например, то ты на расстоянии заугнишь любого. Да, если у тебя есть три снайпера сзади, которые смотрят всю карту. В разные стороны, да. И только эта крыса поднимет стоит. Голову и сразу в голову. Три таких выстрела. Я, кстати, от тебя не слышал. Это, а, больно. Так, а я не успел. Очень быстро же сломал. Да, все произошло настолько быстро, что я ничего не почувствовал даже. Макс, я приду за тобой. Понял. Ну, стрим-снайпер тоже крут. Персональный стрим-снайпер, который убивает только Макса и уходит. Ну, вообще, стрим-снайперы у них не получается почему-то. Да, конечно, не получается. Я вообще некоторые... сомневаюсь, что существуют эдакие стрим-снайперы. Не, я тебе могу показать, как это делать. Не позови меня в армию, я все, понял. Иду на охоту. Я понял. Профессиональный стрим-снайпер. Я понял, кого надо звать в арму. О, да. Факера. Не, ну это халява на самом деле, стрим-снайпер. Ты тут смотришь стрим так, в одном мониторе, во втором бахаешь. Так это понятно. Я и говорю, что удивительно, что некоторые там просто уже
месяц, наверное, играют и ни разу даже не убили, по-моему. Некоторые ники запоминаются, знаешь. Да, потому что они не стрим-снайпят просто, а это... Так тусуются. Не, весь кайф стрим-снайпинга в том, что он слушает, как минимум, понимаешь? Что? Потому что иначе это не то. Ну да, иначе ты просто играешь, получается. Угу, а так он заходит, слушает. О, это обо мне, он говорит. Я каждого из вас уже бахал, говорит. Красавчик. Кто? Павел Марвел. Я такой не слышал. Слава Украине! А потом проснулся и такой, воды, воды. Так, ну чё? На, кстати, Андрей, в той катке-то, которую мы потащили, я ж страуса сделал. А, вот он чё. Что там, вон, я сейчас сделал. Да, сделал, смотришь? Всё, да, вижу, нормально. Сейчас тебе всё засру, как дебил просто последний. А, я сейчас засру ему страуса, это так весело. Ха, засрал страуса. Какой я молодец. Не засрал. Да. А это переднего страуса можно сделать? А, да, да, смотри, действительно. Можно бокового страуса еще. Бокового можно? Ну да. Ну там он как бы будет такой, типа лежать сбоку. Нормально. Так, куда мы летим? Нормально летим. Набираем высоту. Кекс, сейчас, мне кажется, затащим, получается. Я, кстати, когда на яйцо падаю, обычно вообще катки жесткие получаются. Всех бахаешь, особенно от третьего лица. Бежишь куда-нибудь, и народу уже мало, и ты уже как бы думаешь, так надо затащить, и все, и мотивация, знаешь. А музыку включаешь себе мотивирующую? Музыку, да, я бывало и музыку включу какую-нибудь там, пам, ну, не роки, конечно, а что-то такое, менее попсовое, и прям под музыку там вообще нормально. Блин, главное, чтобы далеко от яйца были. Знаешь, что, вариант школы, в принципе. Ты на яйцо? Да, на юге от яйца, да, естественно. О, все, сейчас. Открыл уже, что ли? Не-не-не-не-не, я очень близко открою. Прям очень близко. Метров. Ну, судя по тому, что я так далеко от дороги, метров 300 я открою. 300! Я что-то на 900 открыл, я был неправ. Ну, Андрей, прилетишь на яйцо, я тебе там девайсов это отложу. А, ну хорошо, давай. Стрим пойду смотреть. Ты посмотри, сколько все на яйцо летят просто. Чая всех просто бах, вообще. Господи Иисусе. Я там все триксы знаю, там можно через стену там зайти, короче, где. Вообще все там. Через стену. Твоя катка. Вон там первый на яйцо, это не ты случайно? Не, я не первый. Но тебя это не останавливает. Конечно. Хорошо. Пойду стрим смотреть, что такое. Давай, я... Как дебил открыл на 900 метрах и сейчас. А ты испугался просто. Просто летаю себе. Вот, а там, кстати, школа. Может, не на школу тогда быть первым? Давай, иди на школу. Хотя, блин, мне кажется, на яйце экшен обычно долго, поэтому... Ну, сам смотри. Хорошо. Пока просто лечу, но я реально очень далек от этого яйца. Так, вот, блин, тут народу-то... Мне даже девайсика не оставят. Походу. Уходи с яйца, короче, Кекс. Чё, ты затащить решил? Сейчас точно затащим, слушай, это такая подстава, никого вообще на школе нету. Да? Ну давай. Я пытаюсь уйти теперь. Блин, с яйца полного убийц. Хоть и ЛСов, но убийц. ЛС убийц. Я убийца ЛСов, а тут ЛС убийц. Да. Тот самый момент, когда убийца становится жертвой. Причем мы сейчас можем прям на школе, если ты там захватишь лидерство, прям ждать их с яйца, они все попрут. Вон, Макс, приду за тобой, уже наигрался. Все, я тут еще и тачку нашел. Снайпер. Кекс. Ладно, тогда на тачку уезжать. Уезжать? С моих всех. Не, ну я бегу по дороге, если меня подберешь, будь здоров. Я что-то хочу все равно на школу. Не, надо тачку тогда. Если ты хочешь выиграть катку, то надо брать тачку. Если ты хочешь поставить. Я первый на школе. Ну, блин, первый на тачке это круче. Все на яйцо, там вообще машин не первый было. Первый на дворе. Мы берем лут, едем и убиваем. Либо едем, ищем ящики и едем. Так, ладно, Кекс, давай, в общем, я с тобой сейчас вернусь. Ты с яйца бежишь на школу, да? Да, но ты когда сказал, что я пойду в школу, я срезал маленько. Я внизу сейчас. Понял. Ну, давай, поднимайся.
Ну, короче, тут смотря какие цели ты представляешь. Хочешь выиграть, то надо сейчас отъехать. Не знаю, давай просто покажем красивую игру, Кекс. Красивую игру? Ну, пушки тоже нужны. Кстати, вон в школу кто-то бежит. В школу? Так. О, самолет. Я на дороге стою перед школой. Я вот на грузовике должен меня видеть. Сейчас. Блин, он ничего не дропает. Да, он, это уже где-то дробнул. Так, где ты? Ну, я на дороге, этой перед школой. Езжу за вперед. Вижу. Это тебя. Ты, да? Да. Ой-ой-ой. Видел? Да. Ну что, куда едем? Куда? Давай я. Сделаю. Да давай. Садись, бать. Поехали. Смотри. Много времени будет у меня отойти? Чувствуешь, Кекс? Это да. Короче, ладно, поехали. Чтобы было интереснее, я не знаю, куда мы едем, Кекс. Давай тогда я буду штурманом хотя бы. Давай. Пока мы просто едем вперед. Сейчас левый, налево, вот, грубо говоря. Вообще, стрим-снайперов много, нам просто сейчас взять пушки, сесть и ждать их, они сами попрут на нас. Глупые. Мне надо прикрывать твоего туза, потому что они будут в спину к тебе. Куда, шеф? Налево. Вообще, ящик бы хотелось. С какими-нибудь прицелами, там, с пушками. С пушечками, с прицелами, как в тот раз. Ну и чтобы не сдохнуть сразу. Стрельнули. О, давай на эту. Так. Бэха. У тебя кепка ФБР еще. Давай, поехали. Тачки меня сбросил, выключат. Сбросил сзади. Где? Сбросил сзади. Дай за руль. Все, еду, Кекс. Отсюда на 215. Я вроде правильно еду. Сейчас увидишь. Блять, нет, уже не видно. Ну, Андрей, ну это... Нормально. Выпрыгивай нахер. Давай на старую лучше. А это сломалось? Да. Она сейчас взорвется еще. Я подгоню дачу, Кекс. Да я просто был слишком взволнован ящиком. Че, мы бежим туда, не бежим? Ну я не знаю, ну хочешь ящик? Я вообще даже не вижу, где он находится. Потому что, блин, мы очень много времени потеряли. Давай на дорогу выезжай и мне руль давай, я примерно знаю, где. Кекс, хорошо, я доверяю тебе. А, я по дороге бегу, примерно прицеливаюсь, где он должен быть. Я попытаюсь водить мышкой сейчас. Не, мышка это опасно. Давай быстрее подъезжай, вот где стою. Просто по дороге назад проедь, откуда мы приехали. Я еду. Ага. Ты сейчас будешь смотреть от третьего лица, где ящик, а я буду водить. Все, давай. Давай. Так, от третьего лица смотреть, где ящик, да? Это, конечно, отличная идея, но я понятия не имею, где ящик. Ну, я к нему буду ехать. Блин, просто проблема в том, что на машине мы могли быть первые, но сейчас, может быть, туда кто-то придет. А может и нет. Третьего не дано. Опа! Опа! Как где ящик? Давай. Только ты сам понимаешь, да, насколько? Да, надо топить, Кекс. Показывай мастерство. Сейчас взлетим, по-моему. Не, Андрей, я опытный водила. Нормально, норм. С гудком в мою школу надо записываться. Понял. Оп, и мы уже у ящика, прикинь. А тут что-то интересное, по-моему, есть. Давай быстро только вообще все собираем, говно. Мы можем даже пожадничать и все в машину сложить, то, что нет. Можем. Блять, почему я не могу? О, маскировочный, нормально, уже, найс. Ребризер, ты что, не берешь ребризер? Я, блять, не могу его взять просто. Пушка. Господи, что за дерьмо, за 2000 рублей, блять, я не могу... Ой-ой-ой! Я понял. Он по машине стреляет, этот класс стреляет по машине, он думает, мы в машине, но мы не в машине. Андрей, живи, главное. За ящиком сядь, я разберусь. А ты с пушкой? Да, я нашел одну. Или можем сесть и уехать. Мы все подобрали. А там еще есть пушка? Я не заметил вроде нет. По-моему, что-то есть. О, Кекс бахнул. Перестрелка, блин. Тут народу-то столько пришло, это просто габелла. Так, один вроде готов. Но у меня, блин, плохо с экраном.
просто не умри, Андрей. Я постараюсь убить, а ты просто... Все, я в тачку сажусь, сейчас еще поедем, Кекс. Ничего не было, да? Не. Надо тогда сваливать, надо сваливать. Я на водителя сел. Ой, там вообще много народу бахает. Развернулся, Кекс. Отъезжай, 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 отъезжай. Просто отъезжай, брось меня, едь! Я еду, Кекс. Все, просто едь, Андрей, нормально. Где встретимся? Ну я, короче, взял ребризер и маскировочный костюм. Это вообще имба, на самом деле. Если появится круг на берегу, ты вообще выиграешь кат. Что ты... А ребризер это под водой можно дышать? Да. Понял. А если найдешь еще водолазный костюм, то ты сможешь плавать под водой быстро и с оружием в руках. Так, Кекс, я на гору заехал. Давай, давай. Сейчас, ты можешь... топлю. Ты можешь съездить залутаться, на самом деле. А ты будешь перестреливаться? Не знаю, я бегу за тобой. Давай, я подожду тебя. Я тут очень постою, тебя подожду. Блин, жалко, мало стволов было. Ну да, но тут атака такая началась еще. Реально одна пушка только. Но мы все залутали вроде, все, что нужно. Да. Ну пушка, кстати, нормальная, к ней патроны часто я видел. А что за пушка? МК-17, она 7.62. Mm-hmm. Во-первых, не глушители падают постоянно. Во-вторых, у нее патроны тоже часто падают. То есть найдем. У меня полторы обоймы там. 20, 30, 27 у них. А сколько патронов? 20 в обойме, 27 всего. Понял. Не, у тебя нормальная пушка так-то. Блин, а ты слышал, там кто-то с пулемета шмылял? Нет, не было такого. Ты, походу, тоже кто-то выбил. Ну, возможно, это я стрелял, ты можешь меня перепутал. А, может быть. Короче, блин, я хотел, чтобы... Ты хер тоже на грузовичке проехал. Ты типа, я думал, что ты поедешь, они за тобой побегут, и я их побахаю, потому что там народу много было. Но они что-то это, видимо... Да, не очень. Бомбардировка пошла уже. Там на яйцо. Не, яйцо не разбили. Че, ты поднимаешься? Ага, я поднимаюсь. Ну, че с тобой? Ты где, на дороге стоишь или где? Я по склону езжу. Ну я бибик не раздулю. Ага, бегу прям к тебе. Да-да, вот я прям перед тобой. Че, сам поедешь? Давай, давай. Кекс, только ты меня этот, штурмань. Мы два гилика, нам вообще кайф. Так ты метку можешь поставить, тут же этот. Да не, надо, чтобы народ не знал, куда мы едем. Ладно, давай тогда направо сейчас. На... Я не понимаю, у меня меняются координаты или нет. Короче, бери отсюда на 60. 60 на 50 где-то. Угу. И камни аккуратно. Так. О! Так, вот. О! Бери, ты знаешь куда, Андрюха! Я знаю, Кекс, куда брать. Можно не вплотную, хотя, не, нормально будет. Все, уже тормози. Да-да-да. Вообще, надо нормас. Ой-ой-ой! Здравствуйте! Опа! Опа! Давай, Андрей! Ты такой пешком, деловой! Да почему ты не бегаешь, придурок, блядь? Пулеметы! А, у меня рюкзак есть, я уже испугался. М490. Давай, а я М240 беру тогда. Бля, я патроны твои забрал, по-моему. Да, ты мои патроны забрал, а я твои выложил. Да, держи. Я не могу свои даже подобрать почему-то. Ты нажми один раз, они будут одеваться. Он заряжает же первую обойму сначала. Понял. Все, я почему взял. Вторую не хочешь? А, вот взял. О, глушитель для твоего пулемета вроде тут, вон лежит. Блять. Почему? Мокрый гидрокостюм еще есть. Блин, еще бы второй ребризер вообще бы было. Этот мудак не хочет бежать, что делать? ВС нажать опять там какой-нибудь. Да он даже шифтом не бегает, блядь. Короче, хрен знает, он просто не бегает. В плюс С, ты можешь что-то нажал. Короче, пулемет я этот оставляю, пушку я эту взял. Не работает, а что за пушка? Ну, такая же, как и лежит, там две одинаковые было. Гидрокостюм не хочешь взять? Хотя ладно, пока не стоит. Андрей, надо быстрее убираться отсюда, у нас ни прицелов, ничего. У нас супер крутой лут, кроме прицелов. Я пешочком иду, Кекс. Во-первых, два раза Ctrl нажми, во-вторых, V плюс S. Блин, я вижу, что ты эту нажимал. Нет. V плюс S тебе нажим. Короче, я на место водителя сажусь и поехали. Как ты это нажимаешь, я не понимаю. Я не знаю, Кекс. Все, давай на 60, как планировали. Я пулемет тут А стой, стой! Я вспомнил, что можно сделать. Машина, подожди, подъеду. Стой. Давай, за что мы тупим-то? Закидывай. Так, подожди, мне надо разобраться, как этот мудак бежать будет.
Вот, В плюс С. Сейчас. Выкручу все. Стреляй по нём, с глушителя, прям напротив машины. Я, блядь, не знаю. Иди, забирай его. Ебанул? Да. Кекс, иди, в том прямом смысле, иди, блядь, я не могу идти. О, у него ребризер, перевязочные пакеты. Ой, прицел, хорош, хорош. Забирай 70. Там всю хуйню. Ребризер, еще один. Еще перевязочный пакет, все, беру, все. Может, мне просто подлечиться надо, я хуй его знает. Может быть. Давай, попробуй, я лечу. Все, не дергайся, я тебя лечу. Так, все, полечил, сейчас я лечусь. Во, бегаю. Так. Так, короче, этого ЛСика мы убили. Ну, сейчас, короче, все пулеметные, все эти патроны мы подбираем. Так, я пушку беру. Блин, у меня М249, у меня там... Прицел надо тебе? Да, давай. Сможешь сам снять с пулемета с М240, который в грузовике? Смогу. Я пока его, что ли, пушку? А что у него? О, у него Катиба вроде там. А, не, у него М. Слушай, так М240, по-моему, лучше, чем мой, не? Не знаю, может быть. О, о, РЦО, у меня красноперский ствол. Ой, давай сюда его. Ой! Ой, что такое? Что ты нам принес, красавчик? Короче, Кекс, я-то своим пулеметом так лучше побегаю. Давай, давай, мне-то без разницы, я-то с этой, со снайперской. Ну, она как бы написано, что снайперская, но калибр такой. А это подожди, какая тут? МХЦ-6,5? Не, МХ это обычная, а МХЦ... МХМ, который у меня, это типа снайперская написано. Но 6,5 тоже. Понял. Поехали, короче, поехали. Подожди, я на место пассажира сяду, ты работай. Все, понял. Давай, Кекс. Слушай, я тоже ребризер взял, может мне тоже забрать гидрокостюм? Да нахер он уже нужен, погнали. Блин, знаешь, какая имба в воде, если... Так а чё, если без гидрокостюма в воде плавать ничего не получится? Нет, очень медленно, и оружие прячется. Понял. А если с гидрокостюмом, ты можешь выплыть и сразу стрелять. Ну, я имею в виду, не выплыть, а встать куда-нибудь на поверхность и сразу стрелять. Он тебе не будет ствол доставать, он всегда в руках будет. Нормальная тема, ну там даже ласты ведь есть. Короче, ну слушай, да нам кроме бинтов не помешали бы. Да, нам кроме бинтов и патрон чуть-чуть вообще ничего не надо. А вот и бинты, кстати, походу. Так, давай посмотрим. Не, нету. Но у меня два вроде есть. Я еще на хэтчбэк сажусь на место водителя, так что. Ну давай. Он по бездорожью еле гонит, конечно. А мы по бездорожью поедем? Угу. Ты ж хотел, чтобы снайперы не очень понимали, куда мы едем. Тут еще такое бездорожье. Вообще, он спортивный, он нормально, в принципе. Хотя... Но это вниз горы, потому что. Вообще не едет, блядь. Так это ж спортивный хэтчбэк, как я могу его отпустить? Давай, давай, едь. Кекс, тебе надо ждать меня. Ну, он реально вообще не едет. Ну давай, я пока домики тут гляну. Ой, блин, Андрей, это та самая катка, это та самая катка. Да, блин, снайперов нет, а что за прицел у тебя? У меня РЦО этот чувак принес. Это сколько икс? Это 6, это коллиматор такой, и потом зумиловка 12. Понял. То, что нужно. Завидуешь? Очень. Кекс, я еще завидую, у меня скорость 8 почему-то. Давай, догоняй, пока вытаю тут. Ты на сколько, на 8 съехал, на 60? Около домика тут, вон, да-да, нормально, я чуть левее возьми, я вон на холме стою, все, сейчас тоже поедем. Может, на все. Дорогу? Ну, сейчас вон там будет какая-то дорога. Блин, ну хочешь, в принципе, мне, Андрей, АЦО ты взял, да, прицел? Да. Ну, в принципе, я тебе могу снайперскую отдать, ты мне прицел отдашь. Ой, не прицел, а пулемет. Да, забей, мне так нормально, патроны да? Для пулемета только. Мне пулемет больше нравится, просто снайперские, а именно тут такая экзотика, что хочется бахнуть кого-нибудь. Ну хотя это прям не профессионально. Это снайперская 6,5, по-моему. Да-да-да, это не та самая, это самый легкий вариант, так скажем. Такое, нужно сильное там. СВД прям такое. СВД вообще, я, блин, это вообще лучшая пушка во второй армии. Так, надо чекать, Андрей, нам бинты. Нам по сути ничего не надо, кроме бинтов, правильно? Да, там еще вторая, да, я пойду посмотрю. Так, тут ничего нет, она разломанная, Андрей, аккуратно. Да это разломанная? Да. Действительно. Чё, куда едем? Поехали за мной. По бездорожью? Хорошо, Кекс. Нормально. Сломал?
Не, ничего не сломал. Я ж так, по-дружески толкнул. Да. О, круг появился. О, в другом конце. Может уже поедем тогда? Может быть. Давай. Тебя перевернул, что ли? Нет, ничего не... Че, едем обратно, короче? Да, поехали. Сейчас, да, я посмотрю, куда нам. О, нам вот сюда вообще нормально будет. Вот куда-нибудь сюда сначала. Ой, а как я здесь оказался? Пока карту смотрел, что-то произошло. Так, ладно, поехали. Медленно ты едешь, Кекс. Мы по бездорожью или что? Не-не, по дороге поедем. Отлично. Тебе вообще ничего не грозит, я там скорость такая будет, если... Под тебя начнут стрелять, ты газанешь вообще, забей. Так, Кекс, ты отрываешься что-то. Ну, это скилл. 80 км выжил из этой детки. У меня 103 уже, нормально, Кекс, нормально. Может обогнать на тебе еще? Что-то стоит на дороге, а, это заяц. Все в порядке, больше не стоит. Кекс, давай не виляй, сейчас обгоню тебя. Нога, нога. Ой-ой-ой, тут холмик, ага, все, не виляю. И пошел на обгон резко. Сейчас поворот там налево. Прям строго? Прям, а, ну, прям налево вообще, прям налево. И в круг? Да, едем в круг. Едем в круг. Еще тачка. Там заяц какой-то. Можно чекнуть. Давай будем? Чекнем. Давай, я уже хочу с тобой поехать. Нету. Кстати, ты не забывай, у нас в грузовике же лут, лол. Да, давай на грузовик тогда. Давай, садись. Так, я понять не могу, куда ехать. Там вышка есть, если мы на вышку сядем, вообще эпик будет. Так давай на вышку тогда, раз есть снайперская. Ну давай, попробуем. Хоть какая, но нормально. Есть еще с пулемета просто вот это вот дождь. Только патронов мало, жаль. С пулемета проблема не в патронах, скорее всего, а в том, что стоя, отдача просто нереальная. Надо лежать с ним. Ага, понял. Либо по одной пульке бахать. Можно по одной. Еще машина? Еще тачка. Это не будем, хотя нам прямо около вышки. Да вообще бы нет-то. Не-не-не. Ладно. Че, на вышку, не на вышку? А, не, не на вышку. Она не в центре, по идее. Это даже не в круге, я тебя так сказал. Да. Ну, там кто-то будет, надо грамотно выкурить его будет. Да, че с пулеметом зашел, попросил вежливо выйти, все. Давай, давай. Да, но ящики нормально, жалко, конечно. Еще ящик. Да, вон они. Поехали. Все, давай, Андрей. Трипл килл, да. Блин, мы от жадности сдохнем. Ничего страшного, Кекс, мы должны были сдохнуть уже давно. Что это кайф, да? Вот это ящики насобирать. Это как в Расти, там, дробовики или мемки найти. Да. Так, я не вижу, где он, Андрей. Прямо. За школой чуть-чуть. Все, ты мне координируй. Координирую тебе. Вон он в школе прям лежит. В школе? А, стоп, это он? Нет, это не он, это катушка. Дальше ехай. Вон, слева, около домика. Ага, вижу. Народ тут будет, Андрей, давай. Будет. Я прикрою часть машины. Что-то ничего нет, да? А, есть. Нет. О, тяжелая снайперская вроде. А, нет, еще один пулемет, такая же, как у меня пушка. Так, я патроны нужны. Ага, патроны забрал. Патроны взял, пушки... Ультиматум, ну, эти вот М240. Патроны я забрал, чтобы у нее не было. Все хотя забрал. Может, тебе, если хочется так, можешь второй пулемет тот взять, и мы просто патроны загрузим, и пулемет в машину, и все. Вот еще один, МК-48. Где? Офигенный пулемет тоже, вот лежит. В машину просто сложи тот, который у тебя сейчас, и возьми, и поехали быстро. Подожди. Можешь выложить этот ствол МХС, если он... Сейчас положил машину и за вторым пулеметом. У меня, правда, нету этой. Кого? Дальномера или что? Не дальномера, а сумки, к сожалению, нет. Сумки? А, да пофигу, у нас все в машине есть. Все, пойдем какой-нибудь супчика.
Все, в руки взял, все. Взял, все. Подожди. Там еще один пулемет лежит, которого тоже две обойки. Патроны все забрали уже. Я их забрал от них. Патроны забрали уже все, да. Там ни хрена нету толком здесь. Так это я забрал патроны, лол. Ну и отлично. У нас, короче, грузовичок вообще смерть получается. Не дай бог, кто взорвет, он там, блин, столько везет, блин, лута ценного. Да, может торговать начнем пулеметами? Давай. Блин, да нам бы за один прицел выторгали бы два пулемета, за какой-нибудь этот 85Х там. Блин, а я бы тогда что, бип сосал бы? О, чувак бежит, чувак бежит. Будем убивать? Сколько? Сейчас, выходим, сейчас скажу. На 170. Ложимся. А, за деревом. Вон, бежит, видишь, около камня, на 170. Попадаю, нет? Все, умер. Пойдем. Поехали. Нормально? Кексы. Не обязательно спрашивать, попадаешь ли ты, если у тебя... Я понял. Не хочешь там еще две обоймы? У тебя хватит там? В смысле, там еще две обоймы было? Блин, я подобрал две обоймы с пулемета, который там лежит. Так я вообще тоже все обоймы подобрал, которые были. Да, но пулемет там остался тот, понимаешь? А он с обоймой был? Да, я две обоймы взял для него. Чтобы их другой никто не подобрал. Обратно давай за обоймой. Все. То, блядь, не, обоймы у нас, а пулемет там. Просто чтобы это. А пулемет с обоймой. Вообще пулемет забрал МК, вот это, который ты сказал. Не-не-не, там еще один есть. Еще один с обоймой. Для него тоже две обоймы. У него круговые такие обоймы. Сейчас скажу, вот лежит пулемет, вот это тоже бери в машину, ложи. Для него тоже есть там патрон. Так, секунду. Можешь его взять. У него, кстати, такая интересная, он как бы не так быстро топит, но он мощно очень, так прям туф-туф-туф. Так, мне понять. Ультимейт шот? Да, 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 да. Ультимат. М240, это же. А это тоже пулемет? М240 тоже пулемет, но он, по-моему, у тебя такой же. Вот Ultima Max, бери обоймы в грузовике, две. Они C-Mac там какой-то называется. Так, подожди. Бета, C-Mac, Green Tracer. Бета, C-Mac. Сейчас взял? Посмотрю, подожди. Блять, хорошая штука. Она какая. Стреляет, по-моему, нет? Это я бахнул. А, это ты? Погоди, у тебя с глушителем он, что ли? Нет. М240, как думаешь, брать? Так у нас есть, ладно, у нас есть, да. Так, то надо прицел. Все, поехали, у нас там пулеметов, смотри, сколько. Подожди, мне надо прицел одеть. Давай, давай. Блин, а там глушитель был для пулемета, по-моему, у того ящика. Хорош, хрен с ним. Да. Все, я сел. Блин, надо скриншот сделать. Такая жесть. Все, сделал скриншот. Набрали пулеметов, блядь. Блин, жалко. Вот, блин, на карте Altis мы бы сели в кусты и просто там бегает, мы бы просто снимали по ним. Еще баки с пулеметами. Страшный сон, блин. Для супчика все. Так, что, на вышку попробуем прорваться? Андрей. Ну да, давай на вышку. Только нам надо как-то машину близко подогнать с нашими пулеметами. Мы их можем, кстати, на втором этаже выложить все, там, сложить, короче. Амуницию, да не, он будет сужаться. Нам надо вообще только на машинке передвигаться. Да, ну давай тогда, чё, к вышке едем все-таки? Да, или, короче, будет просто наша сраная машина смерти. Короче, едем, а я встану за камнями у вышки, и надо будет, ну, аккуратно ее взять. Аккуратно взять, то есть, короче, Сирик бунтуется, смотри. Стрелять сразу. Нет, медленно, если ты ползешь наверх, тебя изи убивают. Если ты бежишь, то тут вблизи нереально лагует, и тебя, скорее всего, не убьют. То есть ты бегаешь вокруг, вот вблизи очень тяжело убить. Ну, конечно, если у тебя не пулемет. Да. Опа, опа. Стоп. Тормози. А, может задавить. Аккуратно. Стой, стой, я не влажу. Я пока хочет... тоже не выхожу. Смотри, смотри, ждет. Он с моей стороны ждет, можешь вылезти. Вылажу. Блин, у меня был лак, Андрей, я умер. Да ладно. Да, у меня просто лак был. Я обежал его сзади и упал просто. А, ладно, хрен с ним, давай. Я просто взорвал эту машину нахер. Я сам затупил, надо было, блин, чё я-то сидел, он... Не, у меня теперь хилок нету, Кикс, я ползаю. Я в трупе хилки. Ты труп не сгорел там случайно? Может, у него тоже есть? Блин, а, ты нас тоже, что ли, взорвал? Что? Наши тоже взорвал? Походу, да. Прикинь. Ну, пофиг. Я же все равно сдох. Бери вон в моем трупе, где-то он рядом должен быть. Я вообще не знаю, где я умер, на самом деле. Я знаю, вот около тачки сдох почему-то. Короче, он начал вылазить, я тоже вылез. Ну, как-то странно получилось.
Дальномер вон есть, смотрю. Можешь у меня пушку взять снайперскую. Да у меня слотов нету. А, надо вещмешок взять у кого-то. У тебя есть? У меня рюкзак, конечно, у меня большой рюкзак. Ага, так, а что в нем? О, пушечка. Ну это, кстати, а в нем пушечка-то 7.62, если что. 7.62. А, это она тоже снайперская, по-моему. У меня 7.62, чего? У меня в рюкзаке 7.62. Ну я ее взял, да. Вот. Что еще можешь там взять? Да все вроде. Так, ну что-то винтовку-то я не хочу брать, но мне кажется, МК-17 поприятнее будет, правильно? Да, ты только прицел с нее возьми. Йорис выкини нахер. Так, а еще я, по-моему, не в круге. Нет, ты в круге, это практически центр. Понял. Так, ладно, у него что есть? М4, черный, боже, что за бомж. Это он перевязочный есть хотя бы. Перевязочные. Так, значит, теперь инфа такая, что я достаю пулемет и иду на вышку, кекс. Давай, все как мы мечтали когда-то вместе сделать. Да, как мы и мечтали. Да я что-то нереально затупил, надо было просто отъехать, когда он вышел первый. Но у меня всегда, я почему-то хочу постреляться, а не выжить. Так, ладно, ты. Так, ну посмотрим, что там на вышке происходит. А вышка, походу, не залутанная даже. Интересно, ее можно взорвать, кстати говоря? Блин, я просто обстрелял эти машины, как чертов Рэмбо. Это было здорово. Так, вот они, трупики лежат. Подозреваю, тут можно даже лечь, в принципе, ничего не будет, все равно можно палить. Так, только вот если захотят взорвать вышку, тут я уж, сорьки, никак ничего не сделаю. Ладно, ползать это слишком как-то долго. Тут еще от такого вида, реально с этой вышки все видно абсолютно. У меня, по-моему, даже дальномер есть. Ага. Так. Кто это у нас там такой красивый? По-моему, кто-то там был. Ага, вот он ты, да? Ну, у меня есть тут одно приспособление для таких, как ты. Вот эту вот штуку берем. Прицеливаемся. И теряем тебя из виду. Ага, вот он ты. Подползай, подползай, подползай. Расстояние сколько хрен поймешь, к сожалению. Ага, убегает. Понял. Есть подозрение, что это какой-то стрим-снайпер. Сейчас будет там за этим камнем долбаным лежать. Кекс, у меня тут какой-то стрим-снайпер охотится, похоже. Ну давай высеки его, найди и высеки. Ну 200 метров, тебе надо чуть ниже стрелять с этого сердца. Там у 200 метров? Ну ты вот сейчас показываешь, ты 200, 200, 300 там. Ну буквально в точку практически стреляешь. Понял. Да, и убьешь. Да он что-то прячет. С одной пули убьешь. Блин, мы могли целую гвардию пулеметами прокормить. Тогда вообще было бы жестко. Но все равно прикольно. Да, до сюда получается 200 метров. Чуть ниже даже стрелять, говоришь? Да не, прям в точку стреляй, короче, красную. Короче, я тут не вижу этого типа. Она очень прицельная, то есть ты просто прицелься, выстрели, она убьет его. То есть это не как М-ка, стреляешь в центр, а попадаешь хрен на хрен. Понял. Так, ладно, ты иду. Давай. Блин, братич, давай вылазь уже, ну что такое?
Да он, походу, же знает, что я на вышке со снайперкой и просто-напросто боится. Ну ничего, я пока посмотрю вот тут, что происходит. Ребята пускай бегают. Блин, да, когда вышка в центре образуется, это круто. Ничего не сказать. Да, ну чел. В общем, засал чел. Да ну. По звуку это М-ка, но откуда он шпрехает? Ну и судя по всему, это, конечно, в меня было. Ну как там? Да, он что-то спрятался, я его не вижу ни хрена. Ну ты в центре круга. Он там пострелял немного. Сейчас посмотрим. Ем помидорку. Приятного аппетита. Спасибо, вкусная помидорка. Так. Кто из леса бахали? Этого типа, походу, убили. Так, я хотел посмотреть, где я нахожусь, да? Значит, надо лечь для начала. Вот это вот хрень. Так, значит, 35, 49. Ну да, я близок к центру, скажем так. Не совсем в центре, но близок к нему. Центр вон в ту сторону, как раз откуда-то шмаляли. Значит, на вышку они не полезут. Это жаль. Очень жаль. Короче, походу, ачивка не достигнута и фрага с вышки не сделана. Да. Вообще, мне кажется, уже человек 10 просто сидят, ну вот сколько осталось. Ждут, пока я слезу с этой сраной вышки. Короче, ладно. А ты не слезай, будь непредсказуемым. Хорошо. Спрыгивай с ним. Я еще раз, я, наверное, подожду еще одно сужение. Я думаю, еще одно сужение я смогу пережить. Так, а вообще я хочу вот тут прилечь. И поцелиться немного. Или лучше посмотреть дальномер. Да. Так, map updated. Ух, ни хрена себе, как я жестко не в круге уже. Господи Иисусе, и дело в том, что это самое. Тачки-то нет уже. Хотя на тачке в круг ехать, который сужается уже который раз, это такое. Можно пешочком делать. Так, ну что, смотрим, кто-то ждал меня с вышки? Надеюсь, что нет. Эти два грузовика, ну боже, как же они просто изрешетились из этого пулемета. Они оба взорвались нахер. Это такая жесть, как это не пулемет. Угу. Так, а там что, кто бежал? Вот и пуля.
Бежал вот сюда. Хрен с тобой. Дальномером бы посмотрел, примерил. Да там сколько метров? 400-500, наверное. Я вот думал, что примерно так. Плюс он на ход надо чуть-чуть стрелять. Да, Хикс, ну я слишком плох. Все, кто-то все-таки ждал. Эх, в пистол. Внизу сидел, да, ждал? Нет, там сверху кто-то, походу, сидел. Ждал, пока я спущусь. Сейчас я включу звук, послушаю.